Ребята, давайте честно. Вот прям понятно, что у каждого. Кто считает, что он играет, ну хорошо. Шаг вперед сделайте. Сразу предупреждаю. Дисциплина. Никто в конфликт с судьей не встревает, и все вот в этом духе. Виталий, главный судья сегодня. Приветственное слово. Приветственное слово. Ребят, хорошей игры и без травм. Все поняли? Итак. Кто сегодня за команду синих будет болеть? А кто за красных? Меньше. Меньше всех. Итак, под ваши овации мы выходим! Дорогие друзья, мы собрались сегодня раз в год именно по большому футболу. Это внутренний турнир клуба «Ярополк», потому что у нас очень много, людей, которые ходят на довоенную подготовку, гуманитарная помощь, единоборство, кроссфит. Очень много, в принципе, наш клуб людей объединяет. Но порой вы, соответственно, не видите друг друга. Поэтому все это создано для общения. Но спортивный интерес никто не отменял. Самое главное, без травм и честно. У нас сегодня присутствуют два гостя. Это мой коллега, депутат Совета депутатов, Махнач Никита Сергеевич. И, соответственно, мой друг, мастер спорта международного класса по грэпплингу и по дзюдо, начальник управления спорта городского округа Красногорск, Бачкаев Алу Резванович. Спасибо большое Илье, наверное, в первую очередь, за ту гражданскую позицию, которую он проявляет. Я желаю всем вам сегодня получить самые яркие эмоции. Футбол — это, на самом деле, не самая сильная сторона единоборцев. Наверное, самая слабая. Не видел пока еще ни одного, кто нормально играет. Но надеюсь, что сегодня кто-то сможет показать хороший футбол. Давайте всем хорошего дня, хорошей игры. Похлопаем! Так, дорогие друзья, не изменяя традициям. Давай, выходи. Воспитанница клуба «Ярополк» Галкина Ярослава исполнит гимн Российской Федерации. Погромче. Take your shot. Your shot.
Итак, у нас счет 3-3, окончание матча. Вот третий год подряд, я знаю, мы бьем после матчевую пенальти. Я считаю, что результат очень хороший, потому что равные составы, мы так сделали. И посмотрим, кто из нас выиграет. Прошла игра. Я считаю, что должны с этого поля уйти все с хорошим настроением, потому что счета разгромного не было. В моем понимании победила все равно дружба. Давайте нашей дружбе похлопаем, в первую очередь. А так, команде красных за потрясающую игру. Два короткая, третья протяжная. Гип-гип! Ура! 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 Так, за мной пошли, руки жмем. Все наши турниры, они спортивно-патриотические для приближения общей победы. У нас много наших воспитанников, да и вообще много красногорцев, да, россиян защищают и отстаивают интересы нашей страны. Поэтому им далеко не до футбола, но в любом случае нашу товарищескую игру мы посвящаем в первую очередь нашим защитникам. Победа будет за нами! Похлопаем! Ура!